запретить выезд на лед или нет. Такой вопрос рассматривался на заседании в правительстве Магаданской области. Губернатор Колымского региона Сергей Носов отметил, что рыбалку невозможно запретить. Это же глава области написал на своей странице в социальной сети Instagram. Ну, губернатор однозначно озвучил, что запреты не помогут. Рыбаки рыбачили и будут рыбачить, и рыбаки с этим согласны. Вот. Просто нужно обеспечить безопасность на льду. Самый главный посыл был, что пока карательные меры стоит прекратить и создать инициативную группу и заниматься разработкой положений, там, правил, то есть, скажем так, понизить опасность до минимального уровня. На заседании губернатор Магаданской области отметил, что с прицелом на лето необходимо организовать покрытие до съездов к воде. Это позволит рыбакам спускать маломерные суда. Поддержали губернатора и местные рыбаки.